Господи мои умники, всем привет, с вами Бодя, и с вами Бодя, третий раз. В общем, всем отстань. Сегодня мы будем смотреть угадай песню по исполнителю за 10 секунд челлендж. 161 лайк и 0 дизлайков. 162 дизлайка, ой, 162 лайка, извиняюсь. И сейчас мы будем стараться с вами выиграть этот челлендж. Просто помните, да, мы никогда не могли нормально угадать песню по исполнителю, угадать хит по исполнителю. Так что давайте сейчас постараемся, я вас умоляю, пожалуйста. С вас лайк, подписка за старание. И самое главное, то, что есть одна формальность, почему вы можете подписаться. Потому что ежедневно я вас обогащаю роликами. По 6, ежедневно. И вы не заскучаете со мной. Погнали. Попёрли. Так. Добавь видео и Бодя, посмотри ролик. Обязательно. Видео топ музыкальный, привет тебе. Так. Боже, мне это нравится. Блин, ребят, ну вы же поняли, кто это здесь поет? Вы чё вот? Вот послушайте внимательно, я сейчас один в один спою. Сейчас. Любимчики. Ну а спонсором данного... Так, понял. Понял. Так, окей. Розы и тюльпаны. Помните? Помню. Мои розы и тюльпаны. Как-то, ну вот, Дима Билан... не миллион алых роз, а... Мои розы и тюльпаны. Как-то так. Розы, желтые тюльпаны. Почти угадал. Так. Первую песню не угадали, ладно. Пока что на 90% проходим. Это «Раза пчеловод». А я пчеловод, а мы любим мед. А мне повезет, с тобой мне повезет. Так, тик-так, в жопу кончак. Сейчас было некультурное слово. Ишак, в жопу ишак, так лучше будет. Это Дава, а это не кислород. Дава плюс алкоголь, получается, Дава-алкоголь. Я сегодня буду пьяным. Точно. Буду грубияном, всю ночь и до утра я буду... Так. Ну, песня называется «Сейнар, детка». А там типа «Для тебя я буду супергерой». Чупа на скве, как супергерой. В тачке без номеров, рую резинку Дирол. Так, хорошо. Песня называется «Самурай», я помню. Крутая песня, крутая, просто жесть. Улетай. Остаться одной, моя печаль. Ну, песня называется «Не мешай». Крылья не мои, я не могу их оставить. Крылья не мои. Кстати, не знаю, почему туда мужика этого закинул, где он говорит: «Моя ставка на... Моя ставка НБА, не... Что-то моя ставка на... Не, зашла». Не знаю, зачем его вообще туда вкинули. Он вообще, мне кажется, не подходит к этой песне. Вот она просто идеально спела. Сахарный человек. Я потерял свое сердце за голубую монету. Разукрасть цветами неба. Прочь с моей головы. Прочь, просто прочь. Прочь с моей головы. Ты там уже всю ночь. Давай,
связи. Крутая песня, да. Ну, знаете, вот что за песня? Марионетка называется. А вот что за исполнитель-то, я его не помню. Не, а вы поняли, да? Я просто... Я верю, что вы поняли. Э, шантаж, Макс Корж, шантаж, блин. Я настолько дебил, что я даже не понял, что это Макс Корж. Понятно. Ну сейчас мы с вами споем. Можете вырубать наушники сразу. Егор Крид, «Сердцеедка». Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Ты играешь со мной в русскую рулетку. Я так уже боюсь, это может, это точно Артур Пирожков, просто теперь, когда я начал угадывать, что Артур Пирожков зацепило, там начали вообще, зацепило ты меня, меня зацепило, да я так уже боюсь угадывать. Я надеюсь, что это Артур Пирожков зацепило. Я предупредил, если это оно, наушники тише делайте, потом не говорите мне, что на этом тайм-коде Боди превратился в чертика, или там моя мама пришла и дала мне пердюлей за то, что Боди так заорал. Тише делайте. Зацепила меня! Вы сейчас увидели шимпанзе. Я не хочу петь, подождите. Зацепила меня! Вы сейчас это слышали? Это я хочу так есть. Еще раз. Зацепила меня, ослепила меня. Да! 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 До порога довела. Зацепила меня, ослепила меня. Это было что-то с чем-то, Белков. Слушай, ты не обращай, да, я так реагирую обычно. Я просто немножко это отбитый, ты сам знаешь. Прятки. Песня называется, я помню. Давай мы с тобой сыграем прятки. Нет, но я думаю, то, что вы не зря все равно уменьшили звук. Даже с учетом того, что я не спел песню, я поржал громко. И не надо угорать над моим смехом. Пожалуйста. Искать не буду. Я потом пересмотрю этот момент снова. Руки вверх, целовать. Она меня целует. Целовать, да. Меня целует. А, блин, она меня целует, а не целовать, точно. Сам же сказал. Песня называется «Цветок». Я не мог тебе позволить идти. Угадал. Я знал. Цветок. А теперь весь мир лежит у твоих ног. А, пульс. Я не знаю, что за песня, блядь. Да, все бы так просто было, как будто это пульс тебе. Аленка! Тим белорусских Аленка! Блин, сорян, что сказал заранее. Боди, чётенько. Предупредили бы заранее, я бы так не угорал громко. Да вы и предупредили. Так, это Аленка ведь, да? Аленка. Белков, ты лучше, спасибо. Можно видео, ждем бодяру. Дайте я даже напишу. Это просто, просто лучшее, лучшее, что мы видели.
Белков. Блин, дайте сердечко ему отправить. Дайте ему сердечко отправить. Нет, 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 нет. Не такое, я же не как геюшка буду выглядеть. А то я как гей, наоборот, буду выглядеть. Ну как вот ему показать мое... Как я чувствую себя. А, точно, как обезьяна. Вот, как обезьяна, точняк. А это надо удалить. А-а-а! В общем, мы закончим на этой веселой нотке. Я ненавижу YouTube. Спасибо большое, что вы досмотрели до этого момента. С вас лайк, с вас подписка, с вас что хотите. Но самое главное, чтобы вы подписались на наш с вами YouTube канал. Ссылка на Белкова в описании, на него тоже подписывайтесь. И спасибо большое, что досмотрели до этого момента. Белков, ты лучше. Ты просто... Спасибо большое. И всем пока. Да.